Новое видео выходит каждый день в 20:00. После моего вчерашнего ролика про GTA сам ютубера Данте, а точнее того, что он гей, в комментариях под данным видеороликом нарисовалось сразу два его друга. Это, наверное, ну знаете, такие самые активные друзья с его вот этой вот всей тусовки. А именно это был Югенсен и Хьюго Ромеро. Югенсену я какую-то лишнюю рекламу давать не буду, я уже выпустил про него достаточно роликов, в которых либо его косвенно упоминал, либо как-то ему в комментариях отвечал и так далее. Просто то, как сменилась его позиция молниеносно после общения с Данте, меня поразило. Это настолько тупой, это настолько, блять, хуёвый человек вот с этими вот пацанскими своими, блять, понятиями. Ты настолько уёбок, что ты даже не можешь выкупить как постмодернист, блять, в ломбарде, Югенсен. Ты настолько тупой, что мне даже стыдно на тебя смотреть. То, вот что ты говоришь, то, что ты делаешь, меня абсолютно точно раздражает. Но я не настолько тупой, чтобы посвящать тебе целый ролик. Я лишь скажу о тебе вначале и забуду про тебя навсегда, уёбок. Потому что все, что я мог, я уже сделал. А ты выбрал путь быть вот с этими вот ебаными даунами. Ну что ж, удачи, блять. Я не могу тебя за это винить, как Николая Соболева, блять, в рекламе парков. Однако сегодня мы поговорим про Хьюго Ромеро, которого я, знаете, вот, он оставил свой вот остроумнейший комментарий. Я его даже сейчас прочитаю, пожалуйста, секундочку. Вроде взрослые люди, а такой хуйней занимаетесь, честно говоря. Хьюго Ромеро, блять, серьезно. Снимать видосы, купил рандом аккаунт за 3 рубля, тем самым удовлетворяя требованиям малолетней аудитории. Блять, ты на полном серьезе. Ты как, блять, забрендит от мира GTA Сампа. Ведь когда у тебя набралось 8 миллионов подписчиков, аудитория повзрослела, ты начал набирать по 30 тысяч просмотров. Я даже уверен, что ты вот эту мою фразу не выкупишь. И будешь, ну какие 8 миллионов подписчиков? У меня 8 миллионов нет. Потому что ты дико тупой. И то, что ты делаешь, то, что ты пишешь, это произведение, блять, тупости в лучшем ее виде. Ты абсолютная бездарность, ты абсолютный уебок, блять, во всех своих словах, во всех своих предложениях, во всех знаках препинания. Ты абсолютно точный хуесос, который даже не понимает то, что он делает и то, что он пишет. Мне настолько стыдно за тебя, что ты, блять, к своим. Я не знаю, сколько тебе годам, но ты явно не особо большой. Ну, так или иначе, так, ладно, у тебя тут не указана дата. Ты настолько ебанутый, ты настолько тупой, что ты даже не можешь заглянуть на ситуацию под другим углом, как и твои вот эти вот ебаные друзья по типу Югенсена и Данте, блять. Я хочу от тебя пруфы, вот только так. Но я думаю, ты уже не выкупаешь за этот рофл, блять. Понимаешь, я ебу тебя, как ебаную девушку Данте, которая шлюха. Однако нет, вы знаете, я ее не ебу, потому что я свой хуй, блять, не на помойке нашел, в отличие от Данте. Просто пиздец, блять. Насколько же ты, блять, уебок, Хьюго Ромеро. Это пиздец. Я помню, как мы с тобой нормально общались, как ты мне отправлял свои смешные голосовые сообщения. Что с тобой стало, ебаный уёбок? Неужели ты понял, что я, блядь, искренний, честный и так далее, который не пиздит, который не обманывает, блядь, и все, и ты понял, что мы больше с тобой не друзья, серьезно, блядь, и вся твоя гениальность заключается в том, Задан Семен, сделай на меня разоблачение, это нихуя не смешно, это точно так же, как называть меня Дэном Спермой или Даном Спермой, ведь все твои аргументы строятся именно на коверковании каких-то, блядь, имен и так далее, потому что более ничего умного придумать ты не можешь, и только можешь оправдываться за всю ту хуйню, которую ты делаешь, блядь, бадибэк, на. Нахуй. Ты настолько уёбок, что даже не понимаешь свою тупость, не понимаешь то, что ты, блядь, делаешь, и то, как ты шкваришься, блядь. Ты бы мог вот так вот посмотреть свой ролик и сказать, я горжусь тем, что я делаю, блядь, да нихуя бы ты не мог, потому что апогей твоего качественного контента по типу Ярослава Брулева это купил, блядь, аккаунт забанило. Как же это, блядь, остроумно, как же это смешно, как же это, блядь, интересно смотреть, это просто, блядь, охуительный контент. Блядь, Хьюго Ромеро, ты настолько тупой, это просто пиздец. Ну ладно, возможно, ты стал таким или ты уже таким был, но я больше склоняюсь к тому, что ты стал таким после общения с этим ебаными дегродами, ну или дегродом по типу Данте, потому что то, что несет этот имбецил, это самое смешное, что только можно, блять, придумать. Я не знаю, я абсолютно не знаю, Тон, как ты таким стал, ты вроде бы был нормальным, мы с тобой, помню, даже как-то на Авроре снимали, было достаточно смешно, мы с тобой даже лампово общались, ну бывает, да, так я так общался даже с Данте до того, как он стал ебаным хуесосом, хотя возможно, что он всегда был таким, блять, уёбком, я просто этого до этого не замечал.
Мне омерзительно все, что вы делаете, все, что вы говорите, и все ваши повадки, блять. Я ебал их в рот, и я буду, блять, вас ебать дальше. Я вас ебал, я вас ебу, и я вас ебать буду даже после, блять, вашей смерти. Я буду, блять, танцевать на вашей могиле и радоваться тому, что вы наконец-таки сдохли. Но вот знаете, в чем проблема? Когда сдохнете вы, а вас не будет никто помнить, как о каких-то мега-творцах, потому что все, что вы делали, это говно для ебаных малолетних даунов, блять. Идите нахуй.